Друзья, всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня у нас 25 июня 2022 года. Курская область, Курский район. Мы приехали сегодня пораньше, но ненадолго. В поисках беленьких. И первая наша находочка — это как раз беленький. Вот, немножко уже старенький грибочек. Ну, сейчас посмотрим. Так, вроде бы тверденький. Колосовичок. Посмотрите, ну, вроде бы даже и ничего. Сейчас посмотрим. Какая у него ножка. Ножка чревая. Червивый грибочек, ладно. Оставим тогда его в лесу. Порежем и раскидаем. И следующая наша находка — это шампиньоны. Посмотрите, какие молоденькие. О, один. И вот он, второй. Еще совсем молоденькие. И мы их, конечно же, забираем. Отправляем в нашу корзинку. Прошли немножко, и снова нам попались шампиньоны. Посмотрите, какие. Какие хорошие, молоденькие. Вот видите. Ну, этот я вижу уже червивый. Шляпка нет. Шляпку мы заберем, а ножку здесь оставим. Вот еще есть молоденький совсем. Посмотрите, какая у него ножка замечательная. Вот есть еще маленький, ну я даже не знаю, возьмем, наверное. Вон какой хороший красавец. Забираем. Это не все. Вот еще. После дождей полезли шампиньоны. Мы приехали за беленькими, а тут вылезли шампиньоны. Посмотрите, это тоже не все. Есть еще. Вот какой большой спрятался от нас. Вот он. Красавец. Тоже отправляется в нашу корзинку. А мы идем дальше. Так, подождите, что-то я еще здесь вижу. Вот, следующий грибочек. Это у нас поплавок. Серый, но уже старенький. Мы его оставим здесь. Пусть остается. И идем дальше. Друзья, посмотрите, как законспирировался беленький грибочек. Я думала, это улитка, а это, оказывается, белый. Посмотрите, какой хороший. Сразу его и не узнать. Вот это да. Я слышу, грибники уже приближаются. Давайте мы его сейчас аккуратненько вот так выкрутим и заберем. Ну, какой хороший, а? Бочоночек берем, друзья, и идем дальше. Идем дальше. И мне говорят, что есть еще один. Такой же беленький красавец. Даже два. И я их уже вижу. Посмотрите, вот он один. И вон около дерева второй. Ну вот этот вообще, посмотрите, какой шикарный. Какой красивый. Сейчас мы его заберем. Ну что, берем, посмотрите, вот это нам повезло. А, какой, ух, как он крепко сидит, обалдеть, как хрустит, а. Оставим ножку, ай, как его слизни-то поели, посмотрите, ну гриб шикарный. Насквозь проели просто, он все равно держался, ждал, пока мы придем. И пойдемте к другому
Его тоже изрядненько так покушали, но мы его все равно заберем. О, какой бочоночек. А? Шикардос. Просто шикардос. Берем. И идем дальше. Друзья, посмотрите, куда гриб забрался. Мы его и не сорвем. Тут такой обрыв. И вот он сидит, гигант наш, а? Но мы его, конечно, оставим. Пусть дальше он как раз там споры кидает вниз. Пусть уже размножается. Вот это да. Вот это грибочек. Куда забрался? Не мог сюда поближе, тогда бы мы его точно нашли. Друзья, посмотрите. И я уже вижу следующий беленький. Ну, какой? Какой он, а? Посмотрите. Кубышка такая стоит. Отличная, да? Я думаю, шикарная просто кубышечка. И надо ее брать. Надо брать. Тоже ножка, конечно. Этот раз нам попадаются прямо шикарные грибы. Бочоночки, но причем улитки уже успели поработать. Но мы берем все равно. Отправляется тоже грибочек в нашу корзинку. Отлично. Результат сегодня меня радует. Несмотря на то, что есть другие грибники, грибочки все-таки попадаются. Друзья, и я иду к нашей следующей находке. Следующая находка прямо около дорожки. Посмотрите, я его даже сразу, если честно, и не заметила. Он прям совсем рядом с тем, который я только что нашла. Только надо было обойти дерево. И вот он, посмотрите. Только-только начинают лезть. Кубышечки, а? Бочоночки. Отличные, ребятки. О, какой. Красота. Ну, лес сегодня нас радует. Нас радует. Грибочки молоденькие, шикарные. Друзья, сегодня наша часовая прогулка принесла вот такие результаты. Один мухомор серо-розовый, несколько шампиньонов и остальное белые грибы. И мы, конечно, счастливы, потому что ходили мы недолго, всего час, и такой результат. А это значит, в Курской области пошли белые грибы. И я, как всегда, не прощаюсь с вами, а говорю вам до новых встреч! На канале Ягодный Гриболов. Пока-пока!